Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал. И сегодня у меня будет видео из Икеи. Мы сейчас с мужем едем в Икею, и я возьму вас с собой. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть. Сейчас муж у меня пошел на почту получать посылки с Алиэкспресс, так что покажу, что нам там пришло интересного. Ага, что это такое? Это, видимо, наблюдение. Это камера? Да. А там что? И вот такую вот лампочку я еще себе заказала. На прищепке. Ну, я не знаю, на самом деле, как она для видео, наверное, точно не подойдет. Но, в общем, стоила она копейки. Потом вам расскажу, кстати, как она работает, вообще не работает. И там проводочек к ней. Это халявная, это... Которая там халяву выиграл. Халяву выиграл? Для карточки. Ну, типа, да. Уже прикольный, мягкий. Кожаный, что ли? Я не знаю. Вот такой вот. Не, он прикольный стеллаж. Да, такой лучше. Да. Красота произведена. Это мне очень понравилось. И сейчас хочу побыстренько показать покупки, которые у нас были. Я сюда вывалила все на кровать. Значит, мы купили комплект постельного белья нам с мужем. Это простынь вот такая. И пододеяльник с наволочкой. Застелим, я вам обязательно засниму. Вешалки вот такие.
Ну, вешалки обычные, стандартные. Тут 8 штук. И стоили они, кстати, недорого. Дальше. Вот такие два на матрасника. Это детям на кровати. Такую подушечку милую с котиками я купила. Потом вот такая банка. Это сюда буду пересыпать зерна кофе. Ну, поставлю, чтобы, потому что у нас все время хранится в пакетах. Решила, что будет в банке. Дозатор для жидкого мыла. Это на кухню. Куча батареек муж взял. Такая доска. Она стоила 400 рублей из бамбука. Для такой доски, мне кажется, очень классная цена. Далее два вот таких ведра для мусора. Это тоже детям в комнату. И здесь вот тоже все вытащила. Показать. Вот такие прихваточки. Они стоили что-то около 100 рублей одна штучка. Дальше пледик вот такой на диван. Потом вот такие штуки. Это для очистки одежды. Сменные блоки я беру там в Икее всегда. Еще одни вешалки. Тоже вот такие я люблю. Дальше взяла себе вот такую розовую кружку, но я просто не могла ее не взять. И вот такую вот еще свечку с подставкой, тоже, ну, она розовенькая, стоила там тоже что-то очень недорого, и решила взять. Дальше нам с мужем понравились две вот такие свечки. Одна вот такая зеленая с ароматом яблока, она нереально вкусно пахнет. И вот такая здесь апельсин и персик. Тоже очень вкусно они пахнут. Просто потрясающе. Нам с мужем очень понравилось, поэтому взяли. Вот эту штучку на замену у нас уже была такая из Икеи. Мы решили ее поменять, потому что та уже, ну, такая, уже совсем плохая стала. Вот, купила я там по скидкам еще вот такую досточку обычную. Она пластиковая, мне нравится. Ее можно будет мыть в посудомойке. Мне это очень нравится. Потому что деревянная у нас посудомойка, ну, посудомойки, они разваливаются. Дальше вот такие обычные кружки прозрачные, две большие, вот такие классные. Я очень люблю кружки всякие разные. И две вот такие маленькие для деток, вот с такой необычной ручкой. Кстати, вот эти маленькие стоили 39 рублей, а вот эти, по-моему, 79 рублей. Салфетки, ну, это стандартно всегда беру, когда там бываю в Икее. Вот, две вот такие прихваточки серенькие, новые, надо тоже на кухню поменять. Вот такие для ванны у меня муж взял, ну, держатели там полотенчика или халатики тоже. Вот, потом вот такая маленькая досточка зелененькая. Она вообще стоила 29 рублей. Под две подставки под горячий. Три в наборе подставочки под горячий. Это тоже очень полезная вещь. А муж мой взял вот такие две штуки. Это для взбивания молока в кофе. Я не знаю, зачем ему две, но он очень долго их искал. И когда увидел, решил, что ему нужно две. Взяла вот такой цветочек. Поставлю его на окно с северной стороны, где у нас не бывает никогда солнышко. Кошка как-то хочется оформить. В общем, взяла вот такой цветочек. Мне понравился. И вот такой коврик в ванную мы взяли. Вот такие вот, вроде как бы, знаете, чуть-чуть, а по итогу приличное даже количество покупок у нас оказалось. Вот, ну, постельное белье мы расстелим, я обязательно вам покажу. Так что вот так. Такой вот классный комплект постельного белья у нас получился. Я его застелила уже, но еще не гладила. Но вообще я постельное белье, кстати, не глажу. И здесь вот такой получается у нас простынь. Вот так вот подальше вам покажу. Вот так вот получается у нас.
И вот открыла, поставила свечки, которые купила в Икее, но я их, наверное, куда-нибудь в другое место определю. Вот те вот вообще очень вкусно пахнут. Вот такая вот красота. Качество постельного белья, конечно, выше всяких похвал. Я обожаю постельное белье из Икеи. У меня и детское постельное белье из Икеи. И просто супер классно. Мы, кстати, купили, получается, простынь отдельно, она на резинке. Отдельно купили комплект две наволочки и пододеяльник двухспальный. И отдельно комплект одна наволочка и пододеяльник полутораспальный, потому что мы с мужем спим под разными одеялами. Нам так комфортнее. И, кстати, я где-то читала, что психологи рекомендуют мужу и жене спать под разными одеялами. Это скрепляет семью. Не знаю, насколько это правда. Но мы спим под разным, причем я сплю под двухспальным одеялом, а мой муж под полуторкой. Почему так? Потому что иногда, когда там дети, допустим, болеют, или кому-то из моих детей приснится там какой-то страшный сон или что-нибудь типа того, они приходят к нам и ложатся ко мне. Я укрываю своим одеялом. Это, конечно, сейчас уже происходит реже, чем когда они были поменьше. Но по итогу так и осталось, что я сплю под большим, муж под маленьким. И, в принципе, у нас все постельное белье такое, поэтому, ну и мне комфортно, поэтому менять ничего не хочется. Я надеюсь, вам такое видео было полезным и интересным. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх, если понравилось, пальчики вниз, если не понравилось. Всех люблю, целую и до новых встреч!